власть дальше. Алекс, я здесь. Какой план? Подписывайтесь на канал Колпашки Колокол. Весьма вам благодарен. Вам не трудно, а нам приятно. Двадцать лет гражданской войны. Гражданских почти не осталось. У нас проблема. В руки террористам попало химическое оружие. Быть где угодно. Надо действовать быстро. Что ты предлагаешь? Командировку. Пара! Поговорим? Понадобится помощь. Из-за этого газа мои люди испытали нечто похуже войны. Надо найти его. Если ты с нами, мы поможем. Но ты должен сражаться. За дело? Захватчикам моей страны наплевать на наши жизни. Мы с этим каждый день живем. Любые осложнения приведут к войне. Они прорываются внутрь. Нужна новая точка эвакуации. Спасайся точкам. Я веду солдат. Ты учишь убийц. Мы все здесь убийцы. Нет? А ты, капитан? Что, дашь им умереть? Химическое оружие, черт знает где. Разберись. А черту, думаю, где проводимся? Где тебе нужно? Некогда! Не двигаться! Стоять, сказал! Там и проводишь. Это еще что? Отбой! Мы все просто пешки. Говори за себя. Это рискованно. Все мы чуток рехнулись. Правила ведения боя изменились. Если вы не можете опознать цель, значит, цель это вы. Цель убита. Газ идет сюда. Выбираемся скорее. Райс, в Верданске что-то не то. Они охотятся на своих. Надо понять, в чем дело. Отправь надежных бойцов. Отбой. И всем привет, и вы снова на канале шоу Easy Games. Да, ребят, и мы сегодня будем обзревать Call of Duty Warzone. И говорят, что это убийца Playground Battleground. Чё, и мы не будем медлить, и мы полетели.
Добро пожаловать в обучение режима Warzone. В Warzone каждый исполнитель получает бронежилет. Возьмите со стола бронепластины. Вставьте бронепластину в ваш жилет. Надень броню, солдат. Хорошая работа. Пройдите в следующую локацию. Поразите все цели. Отлично. Переключитесь на основное оружие. Хорошая работа, приятель. Обоприте ваше оружие на прикрытие. Подойди к укрытию, прицелься и используй укрытие в качестве упора для оружия. Используй укрытие неподалеку в качестве упора во время прицеливания. Подойди к укрытию, прицелься и используй укрытие в качестве упора для оружия. Используй укрытие неподалеку в качестве упора во время прицеливания. Бейте по целям с упором. У этой цели есть броня. Слушай внимательно, тебя интересует звук разбитой брони. Слышишь этот звук? Это значит, что броня горит. Отлично. Стрельба с упора стабилизирует оружие и подходит для атаки на средней или большой дистанции. Отлично, хорошая работа. Тактическая карта – один из лучших инструментов в вашем распоряжении. На тактической карте отмечены необязательные задания, также известные как контракты. Выполняйте контракты, чтобы заработать награды для своей команды. Контракты примите. Хорошая работа, приятель. Найди планшет с контрактом. Найден ящик снабжения. Захватите отмеченную точку. Пройдите в следующую локацию. Задание контракта – открыть 3 тайника с трофеями. Когда ты принял контракт, на карте были отмечены ящики снабжения. Обнаружена новая цель. Забирай, что хочешь, иначе мне придется самому здесь прибраться. Именно так. Обрати внимание. Снабжение издают характерный звук, когда ты рядом с ними. Контракт изменился. Обнаружена новая цель. У вас выдающиеся навыки поиска трофеев. Пройдите в следующую локацию.
Трофеи и деньги еще можно найти внутри зданий. Ищи на месте, что тебе удастся. Отлично. Деньги и трофеи можно найти внутри зданий. Найди больше наличных. Хорошая работа, приятель. Деньги можно использовать на станциях покупки для приобретения серии убийств и других особых предметов. Станции покупки отмечены на тактической карте. Хорошая работа. Станции позволяют вернуть союзников на поле боя, приобрести серии очков и многое другое. Купи маркер посылки с комплектом. Купи маркер посылки с комплектом. Используй станцию и купи маркер посылки с комплектом. Купи маркер посылки с комплектом. Приобрети маркер посылки с комплектом на станции покупки. Используй станцию и купи маркер посылки с комплектом. Отлично. Теперь вызови посылку с комплектом и отойди подальше от дыма. Подойди к посылке и используй ее. Посылка с комплектом позволяет тебе выбрать полный комплект. Посылка с комплектом — единственный способ получить перки и некоторые модули в королевской битве Warzone. Хорошая работа, приятель. Купите дополнительное оборудование или выдвигайтесь в следующую локацию, когда будете готовы. Ладно, Крюгер, давай, ложись. Когда ваши союзники получают тяжелое ранение, вы можете реанимировать их, если находитесь неподалеку. Спасибо тебе. Хорошая работа, приятель. Вы можете отметить для своего отряда что угодно. Сообщите вашей команде о найденной бронепоезде. Отлично. Покажи союзнику, где находится броня. Тут броня. Спасибо большое. Хорошая работа. Выберите точку и отметьте ее местоположение. Тут броня. Спасибо большое.
отметь местоположение для своей команды. Иду! Понял. Хорошая работа, приятель. Вы также можете отмечать для отряда районы с противниками. Сообщите вашей команде о противниках. Понятно. Иду! Иду! Понятно. Отметь цели для союзников. Противники в том районе! Вот так и надо. Вы можете помочь своему отряду и другими способами. Вы можете оставить для вашего отряда предметы из вашего инвентаря. Это называется командная работа. Поосторожнее с командной работой, вы можете победить. Хорошая работа, приятель. Бегите к точке эвакуации. Вас ждет следующая задача. Дело сделано. Ждем начала боя. Разомнитесь пока. Вот, ребят, мы сейчас и попробуем убить папу. Я в нее, ребят, вот играю второй раз. Меня тормозит и физик лагает, все, что может делать. Вы не подумайте, что я там играю на ней. Я как бы 50 на 50. Не попробую. Двое, да?
Куда побежал? Приближается газ.
Настоящего убийца папка, вы пишите в комментариях, как вам. Играете вы уже не играете, это халява. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, колбашьте в колокол, ставьте лайк. И подписывайтесь там в Инстаграм, в группу ВКонтакте. И все ссылочки под этим видео в описании. И, конечно, ссылочка, где эту игру можно скачать. Всем удачи и всем пока. Игра. Противники в том районе. Мы даже не будем говорить, если понравилось это шоу, потому что знаем, оно крутое. Скорее выполни все магические ритуалы. Поставь лайк, нажми на колокольчик и подпишись на канал. Следующие битвы будут еще более огненными. Оставь комментарий о том, какую ошибку ты нашел. Но помни про закон о суверенном интернете. Если что, мы вычислим тебя по IP.